Я за нашу власть не хочу вот таких беспорядков, которые есть в Киеве. Бардак. Бардак? Что происходит? Как думаете, чем все закончится вообще? А вдруг война? Мы пойдем воевать. Пойдете? И вы лично пойдете? Конечно, я же военно обязан сегодня. Политика вообще не интересна. Да вы об этом никак. Ну а вот то, что происходит в Киеве, как вы относитесь к этим событиям? Это ужасно. Да. Война не война. Конечно, война. Люди гибнут. Ну что ж. Говорят, что у вас Харьков город вообще аполитичный, то есть им не до политики. А вы что, не харьковский? Харьковский. Ну я спрашиваю у вас. А чего это? У нас спокойно. Спокойно. Ой, я не хочу на эту тему разговаривать, честно. Почему? У вас нет никакого мнения по этому поводу? Есть, но оно пускай будет. Ну, меня просто это все раздражает. Ужасно, все ужасно. Да, все очень плохо. Да.